чего. Тебе, наверное, понравится. А запись еще идет. А, смотри, ладно, я пока этот мешок положу. Мне надоело, вот так выколупывать. Давай поучим всю страну. Зачем учить? Вся страна уже давно знает. Раньше были такие, на палец одеваешь так же, чик-чик. А тут, чтобы не мучиться, я вот так раз... Давай так, пусть будет еще один маленький фильм. Почему ты на пол кидаешь? Смотри. А почему на пол падаешь? Нет, это я для этой самой. А, просто сейчас показываю. Я ведро ставлю. И вот все понятно. Отмываю. Так, теперь смотри. Всего? Птицы сегодня заставили обобрать все. А у меня птицы уже доедают. Я почему приехал к тебе? Недоступная высота у меня. Константинович, смотри, иди сюда. Итак, друзья. Вот, я эти самые... Вот это Владимировка, да? Вот, Владимирская. А это твои эти самые... Моя жуковка. Жуковка. И вот в сравнении, вот средние ягоды, да? Если крупную жуковку взять, так вон она какая, вот. Ну да. Видал? Видал. А так, это... мою птицу жуковку доедают, давай делаем. Ты ходишь в пай. Что делать? Жуковку делаю, мне косточки. А, косточки сделаю. Вон, сейчас только что отмывал, думаю, ладно. Ну, получилась невольная реклама. Мы стоим возле настоящего дерева. Ты знаешь, да, что творят? Да, мои, кстати, фотографии жуковской. Смотри, дай-ка я стану рядом с ним. Тоже чужие сайты присвоили. Смотри. Что они людям продают, если вот фотографии мои? У меня 184 рост. Как ты думаешь, сколько ему уже? Сколько ему? Дереву 12 лет. А сколько высота дерева? Да у меня-то... Я его резал. У меня в два раза выше. Я же его резал тебе на черенки с него. Моему дереву 22, оно огромное такое, что я уже потерял надежду покушать эти. Смотри, ствол, ну это же надо такой. Да, надо же такой. Если так сравнить, с одного года. Получается, мы еще один фильм снимаем, да, еще покажу людям. Итак, это тоже Владимировка, вот она. Так, слушай, ну жуковка моя, а это от кого? Ой, это я уже и сам забыл, так давно я его заимел. Ну, согласись, что Украина впереди планеты всей. Я же привез с Херсонской области. Ну, а с моей родины бывшей. Да? Чернобаевку такую, знаешь? Кстати, слышал. Это где, на Херсонщине же? Да, это Херсонская область. Вот, и... Чернобаевка, это аэропорт, это Херсон. А да, вообще, районный центр. Вот они. Я сейчас возьму несколько. Но вот они так уже без косточек. А. Вот, мне людям покажу. Да я-то еще свою ем. У меня уже это. Ну, чудеса, ну как иначе сказать-то? Мы живем в Шушинском, ой, в Шушинском. Я в Шушинском, а ты в этом, в Бесском районе. Ага. Хакасия. Ну. Факт то, что здесь... Единственная вишня за все 38 лет, что тут я живу. Можно кушать свои. Которые можно кушать. Да. Все остальное, извините, даже эти кислое дюки, сильно. Даже дюки сильно кислые. Да вот это вот, она, Владимирка, кислая. Ну, варенье, но это красное получается. Она все-таки в лист. Я ее ободрал. Сегодня лист мелкий. Облако этих самых воробьев сидело и долбило. Мы соревновались, кто быстрее снимет. Вы соревновались. А у меня уже птицы. В прошлом году они мне съели все до единой. Ну-ну. Вот, ты меня выручил. А то стыдно это. О, уже опять. У Железова и нет настоящей вишни. Да. Твою продавал, твои косточки. Ну ничего. Ничего? Выручу. А вишня все равно твоя. Все равно оттуда ты привез. Но как удачно она пошла на этих, на сибирских вишнях, на подвоях. Как удачно. Ну, а твоя, я не знаю, на чем, ну-ка еще раз. На этой, на Владимирке привита. А, это на ком? Это? Та нет, моя жуков. Я себе говорю на Владимирке. Я же тебе один саженец тоже дарил такой. Ну, все понятно. Я на сибирскую штамповую прививаю. Ну. Бывшая это, Владимировская. Бывшая. А это, знаешь, это... Я его просто вырезал без конца и кое-как как бы штамбом сформировал. А от нее поросли вон туда на 10 метров ползут. А, так вон она, смотри. Ну. Вот так она я же. Только недавно газон скосил. Вон. Ой, бедная, ты бы на этом мог на поросли заработать даже. Вот смотри, на поросли. Глянь, здесь сколько их. Так, я тебе говорил, тебе пропал великий садовод. Вот. Вот она. На чем она привитая? Ну, она, вон она, тоже вкусная, хорошая вишня. Ну, понятно. Но только переработки. Давай так. Ладно, все. Пора. А то длинные фильмы, уже все подключились. Надо очень коротко. Да, надо коротко.
как этот говорил. Короче, пошли отгружаться. Из фильма «Национальная рыбалка». Вопрос должен быть коротким, как выстрел, как удар хлыста. Короче, я посвятил свою жизнь тем, чтобы, не имея капиталов, хотя бы оставить свой след в садах. А это зависть, потому что сами вырастить не могут. Твои мешки сюда же положу. Давай.